В эфире программа «Актуальное интервью», студия Ольга Русул. Здравствуйте. 15 февраля в России отмечают День вывода советских войск из Афганистана. 33 года назад закончилась эта война. О событиях тех лет и о поддержке ветеранов локальных конфликтов поговорим с председателем Совета ветеранов региональной общественной организации ветеранов боевых действий «Щит» Андреем Ружниковым и участниками боевых действий в Афганистане Александром Лепехиным и Юрием Ивановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, давайте начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Афганистане, как проходила ваша служба? Призывался я из Наир-Мара 7 апреля 1985 года. После спецподготовки у нас был учебный центр на границе с Афганистаном, город Термез, такой 21-й полигон. 4 августа 1985 года уже прилетели, нас доставили в Кабул. Ну, самолетами. Из Кабула я с пересылки попал в 180-й мотострелковый полк. Вот. В должности радиста взвода управления начальника артиллерии полка. Ну, корректировщик, арт-корректировщик, так сказать. Находился в Афганистане до 7 мая 87 года, без перерывов получается. Ну, 180-й полк мотострелковый, он был так называемый рейдовый полк, который постоянно принимал боевые действия, вел и все. И как там в составе дивизии, в составе армии 40-й. Ну, конечно, таких много было полков рейдовых, там почти все были рейдовые. Ну, вот у нас 180-й полк, бывший командир полка, если не ошибаюсь, тогда в 80-м году был Высоцкий награжден Героем Советского Союза. Руслан Аушев тоже, он был у нас, тоже получается с 80, но это уже второй у него был заход на войну. Первый был заход у него в качестве начальника штаба батальона, вот, тоже же нашего полка, когда он получил Героя Советского Союза, отучился в академии, и вот получается в сентябре, если не ошибаюсь, или конец августа, тоже 85-го, он уже пришел на второй срок, только уже в качестве начальника штаба полка, нашего же полка. И тоже ушел он в сентябре 87-го года из Афганистана. Это у него было второй уже был заход в Афганистан. А вы были солдатом-срочником? Это срочная служба да, была? Да, и срочник, естественно, срочник, да. Вот. А вы знали, что вас отправляют на войну? Ну, тогда было такое, в принципе, это еще... Узнал-то еще у нас в военкомате 7 апреля, потому что там такая была, давали тогда так называемые команды. У меня как для, ну, кого направляли в Афганистан, была команда 20А. Вот, меня тут сразу призвали команду 20А, и потом вот мы в Каменке под Питером были, там 2 недели нас переодевали, потом вот в Термезе. Учебный полигон был, 21-й учебный полигон, он был чисто, так скажем, для подготовки в Афганистане войны. У нас там, ну, наверное, где-то 50% были бывшие афганцы, офицеры, которые были комиссованы и непригодные для строевой службы. Они там уже дослуживали все. У нас, ну, так еще так называемый карантин у нас был, он 3 месяца был, 2 месяца мы в Термезе. Ну, у нас палаточный городок стоял 3 километра от моста Дружбы. Из палатки выходишь, вот он, мост Дружбы, вот она граница. А на 1 месяц нас также в Узбекистане уже вывозили в Шарабад, такое местечко. Там уже у нас был центр подготовки горной. Горной подготовки, где мы отрабатывали уже 10 в горах и все. Вот. Ну, получается... В карантине я
Меня учили на очек 21 САУ. На очек. Но по прибытию в полк, в арт-дивизион, произошло, ну, как обычно и в армии бывает, что была большая нехватка радистов именно. Вот. А так как на очке, там, как и в танках, и в САУ, там радиостанции и все. У меня хорошее, отлично было по этим радиостанциям. Ну и командование решило, что со мной радиостанцию, там у нас были Р-123, а на Р-159, ну это носимые, которые вот уже объяснили, там в принципе то же самое. И так вот я попал в взвод управления начальника артиллерии полка. В отделение корректировки. Ну, задачи какие у нас были. Ну, обычно-то я как радист, у меня командир взвода. Вот, ну, у меня тут, получается, был первый Андрей Коноземко, живет в Питере, жив-здоров, все. А второй Володя Радюхин, тоже старший лейтенант, тоже живет в Питере, жив-здоров, все. Вот. Ну, мы как ходили, у нас обычно либо с разведротой полковой, либо с каким-нибудь разведзводом из батальона. Вот. Ну, задача какая? Корректировать огонь. Вот. Ну, когда там бывало, что, ну, если там зеленку чесать. А страшно было вам? Ну, я, в принципе-то, я как-то так нормальный человек. Были моменты, и, как говорится, один особенный момент, да, тогда уже второй госслужбы уже знал, что это, что такое, и как это, да, как говорится, если туда смотрел, господи, помоги, когда на Джалабадке у нас все, ветер стоит с оторванным колесом, КамАЗ горит, а из танка дым идет, и он заглушен, и по нам с РПГ лупят, да, конечно, да, тогда, ну, нормально, по-моему, что. Ну, как говорится, тут все, помощь подоспела, ребята, тут все нормально. Ну, и так, ладно, там, Криса, там не особо большая была банда, у них была другая задача, у них просто охота была на комбата. Вот. Ну и попутно БТР подбили, КамАЗ сожгли, танк подбили. Да, но сейчас ну, это да. Весело, да, рассказывать, ну, а тогда, наверное, было не очень. Ну да, конечно, тогда, ну ничего, в принципе-то. Но она всегда как-то больше то смешное вспоминается, чем такое грустное. Ну, так-то, да, но по первости особенно, да, в Афганистане, ну, вот, Александр согласится, по первости там вообще все воспринимается как в сказке. Вот, особенно первые боевые, там все выезд, там все другая страна. Мы это только, можно сказать, эти там паранжиды, все, да это там только в старых индийских фильмах видели в то время-то. А тут уже все, первый как-то, ну, так и считалось, что первый боевой выход в город, он самый легкий, потому что все в новинку. А вот потом уже второй, третий, вот это вот, когда уже понимаешь все это, ну, и плюс больше-то приходилось, как нас еще называли, горнокопытные. Так, ну да, потому что там прешь на себе, как и шаг, по 40-50 килограмм на себе тащили. Вот даже когда вот мы пришли с полигона-то, в полк попали, нас, конечно, там полигоне, мы там все роптали, там все там, о, да там все, да вот, спать не даете, кушать не даете, вот тяжело. Ну, естественно, все писали, ну, типа, в Афганистане будет тяжелее. Ну, у нас, правда, ну, я говорю, просто он был заточен на подготовку к войне в Афганистане. У нас даже командир полка был, помню еще, Соколов. Мы его звали Кутузов. Он был с одним глазом. Ну, на афганской войне лишился, да. Ну, естественно, Кутузов. Но он даже, помню, у нас, мы только приняли присягу. У кого могли, родители уехали. На следующий день он полк строит. И прямо на утренней проверке всем заявляет. Все косые, слепые, больные, 100% после полигона идут в Афган. Да, у нас было, у нас в роте один парнишка себе в плечо стрельнул.
там местные узбеки, вроде три или два, не помню, убежали домой, поймали, все. И вот когда у нас отправки вот начались, я первого была 2 августа 85-го, перед отправкой он тоже вот на утреннем всех этих выявил перед полком. Они там 3 месяца на губе сидели, все заросшие, все. И прямо на весь полк сказал, говорит, я, говорит, приложу все свои усилия, все свои связи, чтобы вот эти товарищи попали в самое плохое место. Ну, то есть они даже их вроде как и не готовили 3 месяца, но все равно отправили туда. То есть, ну, просто учебка была чисто уже такой. Ну, там у нас много было учебок по автормезе-то. Там и танкисты были, и все. Но в нашем полку была такая, так сказать, общевойсковая. Была и саперы, и танкисты, камазисты, минометчики, артиллеристы, разведка, зенитчики даже. Вот. Так что, ну, у нас такая... 21-й полигон, это спецполигон, так его и звали для подготовки. Ну, потом, да, правда, когда в Афганистан пришли, первый день, особенно первый ужин, когда в полк пришли, нас сразу тут как типа на карантин всех молодых закрыли, сразу приставили командир полка старослужащих, естественно, сразу им наказ, чтобы тут ни одни дембеля, ничего, у нас новенькие формы, да все, чтобы не отняли ничего. И когда вот нас привели в первый раз в столовой, на ужин повели, да, мы подошли к столовой, нас троим подвели, прапорщик был, старшина, команду дает, ложись, мы на него смотрим, все прыгают, все, ну, ложатся, все, свист, это первый был минометный обстрел, ну, хорошо тогда, все, за столовой. Ну, там у нас столовая такая была, в полку, как это, как ангар, вот очень железный, туда. Все 6 выстрелов с РСов ушли туда. Вот это был вот сразу, да, первый день, первый обстрел был. Ну, а когда столовую завели, там, мы попали, ну, думали, что в рай попали, там полные столы, еды, там, а все. А у нас то почему сделали, у нас 9 дней просто откармливали. Мы спали и ели. Потому что полк собирался как раз на боевые, на Джалабад идти, на границу с Пакистаном. А мы пришли все с большим дефицитом веса. У меня был рост 1,74 м, я 48 килограмм. Вот, и вот тогда как раз и командир полка дал типа откормить, потому что, ну, 48 килограмм, куда на меня еще 40 килограмм вешать, и в горы. Что я там утащу? Вот это самое тяжелое, да, в горах было вот это таскать. А еще когда вот это, да, вот миловечка. Александр, спросим. Да. Александр, расскажите, как вы службу проходили, как вы попали в Афганистан? Ну, в Афганистан я призвался с Тулы. С Тулы нас погрузили. Ну, первым то, что нам сказали, что мы будем служить в Германии. Ну, когда самолет сел в Туркестане, а вы тоже, ну, срочник, это тоже, да, срочная, да, служба была, да, да, это? Да. В Туркмении мы нас посадили и сказали, что вы уже, ребята, пойдете отсюда в Афганистан. Ну, полгода там. Танковая учебка есть такой, Теджин города. Ну, полгода там. Учили на механика-водителя. Ну, так как я обучался на механика-водителя МТУ на базе танка, после окончания учебки нас кинули в Афганистан. Баграм. Есть там такой. Нам слышали по телевизору, все говорили. Вот. Мы полгода там стояли. А, в Баграм, когда попали, распределили меня как мостукладчик в саперную роту танкового полка. 285-й танковый полк, 108-я дивизия баграмская. Вот. Ну, где-то мы сколько там, полгода постояли по охране госпиталя, складов армейских. Там, дивизии. Через полгода нас танковый полк 285-й расформировали и вывели его в Союз. Оставили подразделение танкового полка, это разведроту, саперов и ремроту. И на базе, ну, эти как 3 роты остались, вот, которые были до этого, а туда ввели пехотный полк, только скомплектованный. И нас рекомендовали, ну как, не прикомендовали, то есть присоединили к этому полку, мы стали уже не 285-й, а 682-й полк, мотострелковый.
И 19 апреля, это 682-й полк, как там потом сказали, ночью нас по тревоге подняли, и мы оказались возле ущелья Паншер, такое, где вот, ну, слышали, Ахмед-Шах Масуд. Ну и только когда в ущелье входить стали, нам сказали, что там банда более 10 тысяч. А операция была армейская. Ну, в принципе, ущелье взяли мы без боя практически, там мало потерь было. Потому что армейская операция была. Ну, простояли в ущелье мы где-то до осени. И потом нам сказали, что армия выходит, армейское все подразделение. Ваш полк остается, как бы, высоты все заняли, будете держать его постоянно. И вот мы там, в этом ущелье Паншер, сколько я там прослужил, год и месяц. И первые боевые потери, вот мы 19 апреля вошли, а первые серьезные потери эти были у нас 1 мая. Положили нас тогда второй батальон полностью. Вот, это серьезные потери были тут. Ну и потом в саперной роте, что я обеспечивал вывод техники за боеприпасами «Баграм». С «Баграма» назад с боеприпасами, там, с топливом, с продовольствием. То есть началась вот постоянно боевое действие, ну, пилистов. Как мы попали 19 апреля, ну, в мае 85-го я оттуда уволился. Ну, как-то так. Страшно было? Вы осознавали то, что там война настоящая идет, что там? Ну, это осознал я уже после учебки, когда мы только в «Баграм» попали. Ну, там почти полгода стояли в «Баграме». И на полковые операции ходили. Ну, вот когда в «Паншер» попали, то там, да, там было серьезно. Ну, как страшно. Страшен первый бой. Ну, его не помнишь. А потом уже как-то, как и должно быть это. Каждый день обстрелы. Это, вот я домой приехал, когда уволился. Поначалу даже тишины боялся. Потому что постоянно стреляли. Днем и ночью. Спать было сложно. Потому что когда привыкаешь, когда постоянно стрельба. То один пост стреляет, то второй пост. Должна быть стрельба. Вот. А потом, да, на гражданке вот эта тишина как-то нагнетала. А вы тогда возвращались? Это сейчас какие-то там бывают реабилитации, а тогда, то есть ничего, вы да возвращались нет, и прям... реабилитации. Да? Нет, ничего. Никакой психологической помощи, поддержки, ничего не было? Меня на Ямале не хотели пускать, билет не продавали. Почему? Да, ну как там, когда при демобилизации дается направление, ну, бесплатный проезд, вот, так сказать, подорожный, она действует 10 дней. А я до Базерской доехал, у меня мать была в Карелии. Ну, я с Базерской спрыгнул, перепрыгнул на поезд, уехал в Карелию к матери. Вот, ну, пока там, так сказать, отдохнул, погулял. Ну, и то есть я поехал-то сюда уже вместо мая-то, я приезжал-то уже где-то в конце июля в Талагах. Билет дают кассирша, она говорит, давай, говорит, паспорт. А я говорю, так у меня паспорт на Юрмале. Говорит, у вас, говорит, по срокам уже давно должен быть на Юрмале. Ну, хорошо, там, тогда военный комендант в грузовом терминале, майор еще помню, к нему сразу подошел, объяснил, тот без слов сразу позвонил, говорит, мне на первый же ближайший рейс билет продали. Ну, сюда, правда, приехал, у нас товарищ Метрошков был в военкомате. Тоже спросил, говорит, что так долго добирался? Ну, туда заехал, там отдохнул, там 2 года не был в России. Там, ну, ладно, все. А, реабилитацию, ну, проходили. Да, да, да. Вот. А, так, как-то. Ну, а ну, здесь, правда, это еще в СЭС меня, правда, вызвали. Кучу таблеток дали пропить. Вот. Типа карантина, да? Ну, да. Ну, вроде как. В больнице не лежал. Тут что-то там. Таблеток кучу дали, сказали, месяц пей, да и все. Вот. Андрей, а сколько у нас ветеранов афганской войны в Ненецком округе на сегодняшний день? И вообще сколько человек у нас прошло службу в Афганистане? Если есть такие данные. Данные есть, да. У нас, конечно же, в организации мы ведем этот учет. Каждый ветеран у нас на счету. К сожалению, уже осталось в округе 49 человек.
ветераны уходят, особенно афганцы. Вот, к сожалению, в прошлом году мы потеряли 2 афганцев. А призывалось из округа 44 человека. А плюс вот по стечению обстоятельств на развитие севера еще в 80-х годах многие приехали и остались здесь. И тем не менее они входят в наши ряды, мы не делим на наших и не наших, то есть все ветераны, мы в наших организациях, это боевое братство и организация «Щит». А какие формы поддержки существуют участникам боевых действий, участникам афганской войны? Как поддерживают округ? Это моя самая любимая тема. На всех форумах, везде в России, при моем участии мне дают всегда слово с выступлением по социальной поддержке в Ненецком автономном округе. И мы всегда выглядим очень достойно. Вот благодаря законодательному собранию, органам исполнительной власти нам удалось совместно создать такую вот льготную хорошую базу. Например, я всегда с гордостью говорю, у нас есть своя очередь ветеранская в соцзащите на получение жилья. И вот, кстати, благодаря Юрию Васильевичу в этом году нам обещали выделить еще 11 квартир. То есть еще у нас остается 24 очередника, которым необходимо обеспечить жилье. То есть 11 квартир – это будет хорошая поддержка. А также у нас хорошая поддержка семьям погибших. У нас каждому члену семьи выплачивается 12 500. Каждому члену. То есть, если папа и мама, то это получается 25 000 ежемесячно. А сколько у нас воинов погибших в Афганистане? К сожалению, у нас 3 погибших в Афганистане и 3 погибших в Первую и во Вторую Чеченскую. К сожалению, есть потери. Ребят, мы помним этот памятник. И если вы обращали внимание на памятник ветеранам боевых действий, сзади 6 ласточек летят в небо. То есть это души наших погибших земляков. Такая идея была подана архитекторам. И мне кажется, это очень так, ну, очень, очень так душевно и... скажем так, отдаем дань памяти нашим землякам. К сожалению, не все знают, что обозначают эти ласточки. Ну вот, и постоянно задают эти вопросы. Ну теперь будем знать, будем обращать внимание на это. А как вы оцениваете поддержку, которую округ уделяет ветеранам локальных войн? На ваш взгляд, достаточно эта поддержка? Естественно, недостаточно, хотелось бы больше, да. Но это есть Андрей. Вот. Естественно, ну, то, что сейчас есть, это уже, конечно, неплохо. Все-таки юридическая бесплатная помощь у нас. То есть даже как там по... вплоть до Верховного суда. Да, да. Мы совсем это недавно, у нас нам за юристов не надо платить. Мы... приняли, приняли дополнительную поддержку, что вот наше юрбюро окружное помогает ветеранам боевых действий. Достаточно просто прийти, показать удостоверение. У нас хорошие, грамотные юристы помогают, если требуется, то сопровождают в суде. То есть это тоже у нас есть. Льгот очень много. Я могу дальше вот, ну, продолжать. Старше 55 лет. Старше 55 лет, доплата к пенсии. То есть при выходе на пенсию у нас идет выплата ветерану боевых действий. В основном это сейчас пока афганцы, так как ну, возраст, да, получают по 5 000. Закон этот живой. Он не мертвый, можно всегда внести поправку. Ну, при лучшем бюджете на сегодняшний день мы все равно пока не отошли от 2014-2015 года, когда бюджет был полностью рухнул. Мы еще восстанавливаемся, необходимо очень много чего построить. И при небольшом улучшении, конечно же, я сразу это замечу, и мы постараемся вместе с коллегами, депутатами и с органами исполнительной власти увеличить эту сумму. Таким образом мы отдаем дань уважения участникам боевых действий и локальных войн.
Вот я где-то видела информацию, что в Ненецком округе одна из самых высоких поддержек вообще в стране, это, в нашей. Это так и есть. Это действительно так и есть. Он это скромно промолчал о том, что у нас еще есть федеральная программа для ветеранов боевых действий, но это федеральное получение денежной компенсации взамен натуральной. Ну, допустим, либо квартиру, либо от государства. Ну, там 980 тысяч, да, если не поменялось. Да. И плюс вот тоже вот еще вот Андрей протянул, можно сказать, пробил дополнительно из округа 1 000 000. И у нас вот, да, в позапрошлом году Игорь Канев, афганец, воспользовался, получил 2 000 000 и купил квартиру. Ну, или, допустим, если сельские ребята не хотят получать квартиру, а, как правило, это в городе, они могут взять эти деньги взамен квартиры и, скажем, на селе у себя построить там дом. Да? Ну, понятно, на весь дом не хватит, но на фундамент, стену и крышу этих денег хватит, если они не хотят уезжать из села. Ну, все-таки 1 000 000 за счет округа – это существенная сумма. Это получается 980 из федерального, 1 000 000, да? 2 000 000 уже что-то можно. Так вот. А также, вот, допустим, вот, ну, нигде ни в одном субъекте нету, чтобы можно было за счет округа ветерану получить высшее образование. Это тоже оплачивается. И там, конечно, есть оседлость, необходимо прожить самое в округе на протяжении 5 лет, да, не меньше. Но тем не менее, эта льгота есть. Также есть ремонт ветхого жилья. Идет вот оплата. Есть также санаторные, санаторно-лечебные. Ветеран может раз в 2 года съездить и пройти курс лечения. Тоже за счет округа. Дело в том, что когда я выступаю в других субъектах с такой социальной поддержкой, вот некоторые ветераны, особенно инвалиды, у них слезы на самом я в глазах. Такого ничего подобного в других субъектах нет. Я всегда, вот у нас даже мы говорим, ну, понятно, все это больше относится к органам власти, к местным, да. Я всегда могу с гордостью сказать, что я на прямой связи с губернатором. Я могу ему перезвонить по WhatsApp вот, или напрямую, также к мэру города, также к руководителю Заполярного района. Понятно, что к Александру или что там вообще свободный заход, там прям даже в очереди стоять не надо, если это касается ветеранов боевых действий. А, и там прям вот, и вот в тех других субъектах, конечно же, они, ну, с такой доброй завистью к нам относятся, но тем не менее нам необходимо объединяться уже, вот как мы в 1998 году мы объединились в организацию «Щит». Уже независимо от того, я поставил себе цель объединить все войны в одну организацию. Нельзя делиться, как это было в начале 90-х в других субъектах. У нас, к счастью, этого не произошло. Мы все объединились в одну организацию и пошли потихонечку работать. Одна из основных ведь целей была это патриотическое воспитание молодежи. По себе могу сказать, когда я еще учился в школе, и мне было 12 лет, к нам в школу, я учился во второй школе, приходили ребята, вот афганцы, и рассказывали про то, как они проходили свою службу. Я настолько на них смотрел, настолько мне было, настолько я был, самое тогда, я гордился нашей советской армией, и настолько я гордился нашими ребятами, что понятно, что речи даже не было не идти служить. Служить я хотел. Но если понадобится, то и пойдем на войну, если будет приказ. И благодаря, наверное, во многом вот именно ребятам-афганцам многие из нас с честью выполнили свой долг уже на Кавказских войнах. Я прямо вот с гордостью вспоминаю своего командира. Афганца, служил в ТШБ, 2 боевые награды за Афган. А вот я даже бы сказал, благодаря ему наша рота была практически самая выживаемая. Ну вот много чем мы обязаны именно ребятам, вот афганцам. Они, наверное, уже там другим воинам, да, они смотрели на других, мы на них, и теперь наша цель
воспитать молодое поколение, в случае чего также встать, вот как сегодня ребята в Сирии, да, тоже защищают дальние рубежи нашей страны. Ведь, скажем, когда был Афган, ведь еще даже слова не было, что такое терроризм. Так вот, они уже в зачатке уничтожали террористов. Мы получили развал страны в 91-м и различные войны. Так вот, на 10 лет это было бы раньше бы. Это бы было бы в 81-м бы. Так вот, благодаря 40-й армии, которая выполнила свой долг, и они выполнили все задачи, все поставленные задачи. Из Афганистана мы вышли с гордо поднятой головой, с поднятыми знаменами, все задачи были выполнены. И, допустим, сегодня мы можем посмотреть, как вышли американцы. Они бежали, они вышли из Афганистана. Это мы все видели, все по телевидению, бросили всю свою технику, бросили все вооружение, и сегодня в Афганистане происходит черт и знает что. При выходе советских войск такого не было. Все вышли с гордо поднятой головой. Да, понятно, еще остались подразделения погранвойск, ФСБ. Да, они вышли чуть позже. Да, они немножко обижаются, что когда генерал Громов заявил, что за моей спиной не осталось ни одного советского солдата. Ну, к сожалению, это было не совсем правдой. Да? Остались там ребята еще. Они прикрывали выход основной колонны. И чуть более месяца, полтора, может быть, я ошибаюсь. Только потом они вышли, но уже вышли не так славно, скажем так. Но они тоже выполняли свой долг. А если говорить об увековечивании памяти, как увековечена память и увековечивается в Ненецком округе солдат, воинов, солдат, героев? Да, на сегодняшний день я вот, ну, мы 8 лет, значит, раз, два, три, четыре, 4 губернатора прошло, прежде чем мы от одного начали, закончили с другим, и все-таки у нас появился, пусть самый последний субъект в России, но у нас появился хороший, красивый памятник ветеранам боевых действий, участникам локальных войн. Далее мы добавили, в связи с тем, что федеральный закон изменился, ветеранам боевых действий. Ну, добавили, чтобы не получилось, как других субъектов, где несколько памятников каждой войне. Да? Мы все-таки приняли у себя решение, да, один памятник для всех. Мы даже кепку у памятника сняли на этапе разработки, чтобы не было похоже на какую-либо войну. В Афгане были свои, у нас свои. Ну, так и звали, есть, афганки. Да, да, у нас есть наш русский солдат, боец российский, чтобы никого не обидеть. Да. Да, да, да. Мы все выполняли долг, присягу. Свое определенное время, скажи, да, как попал. Да, кому как вот, ну, пришлось. У нас один памятник. Сзади памятника вы видели, есть таблички и посажены березки каждому погибшему нашему товарищу. На каждой школе есть табличка, что в этой школе учился такой-то, такой-то, погиб тогда-то, тогда-то. Для чего? Чтобы не терялась память, чтобы школьники знали, что в их школе учился такой-то герой. Значит, мы обратились в администрацию и к директору школы села Великовечное. И школа теперь названа имени погибшего Аншко Виктора Лазовича, который погиб, их погиб целый штаб сразу одновременно, они летели на самолете, и при их взлете был выпущен «Стингер». «Стингер» — это та ракета, которую поставляли американцы душманам для того, чтобы они сбивали наши вертолеты и самолеты. Погиб весь штаб, Виктор Лазович награжден посмертно орденом Красной Звезды, и было принято решение назвать школу его именем. И на сегодняшний день мы, конечно, ведем работу, конечно, мы планируем в Андерме еще назвать тоже именем погибшего афганца Пушкашу Ивана Харлампевича. Пока ведем работу, но вот пока задерживается у нас. Если говорить о планах, какие планы у счета на вот этот ближайший год, какие мероприятия крупные запланированы?
Ну, в основном это мероприятие будет 35 лет вывода из Афганистана. Это будет не в этом году, это будет через самый год. Это все-таки юбилей, крупное мероприятие. Я надеюсь, мы совместно с органами власти всех ветвей это мероприятие будет подготовлено, будет проведено на высшем уровне, с наградами, с поощрением ребят, как это было на 30 лет вывода из Афганистана. Допустим, власть нам помогла выплатить ветеранам Афганистана по 50 тысяч на руки. Этого тоже нигде не было. Это было только в Ненецком автономном округе. И единственный субъект, который попытался к нам подтянуться, это Коми-Республика, где было выплачено 2500. И вот эта разница большая, и планы у нас в основном увеличить и поднадавить на патриотизм. Все, что нужно, мы практически уже обеспечены всем, все люди уже взрослые, как бы, ну, там где-то по мелочи уже больше о здоровье думаем, да, как больше можно ветеранов добыть путевок для оздоровления. И медицинского оздоровления где-то, ну, там, скажем, на юге, да, или можно там поближе, да. А в основном это патриотическая работа с молодежью. Мне очень нравятся наши юнармейцы, большие молодцы, отлично занимаются. Даниил Хмаренко, мы прям чуть ли видимся не раз в неделю. А вот это вот основная работа наша. Наша программа подошла к концу. Спасибо, что пришли к нам, нашли время. Я напоминаю, что мы говорили о поддержке ветеранов локальных конфликтов с участниками региональной общественной организации ветеранов боевых действий «ЩИТ» Александром Лепехиным, Юрием Ивановым и Андреем Ружниковым. До свидания, до встречи в эфире.